У пятом открытом молодежном туристичном взлете приняли удел 7 команд из разных организаций научных установ Могилева. Молодь імкнулася продемонстрировать, как можно активно и с цікавостю отпочить и, насколько важно, регулярно заниматься физкультурой и спортом. Подробности у Татьяны Сергейчик. Спаборництвы молодежного турзльота отрымались складанными и захопляльными одночасово, до прикладу. Полоса перешкод, сгодитесь. Потребны навыки, как перейти на другий берег раки. Пока она не пройдет, я не могу пройти дальше. А вообще трудная полоса препятствий? Тут параллели шатает немного, веревка больше натянута, растянута. Перемога за ту команду, якая меньше часу находилась на дистанции. Это командная игра, это просто захватывает дух, это очень интересно. Это сразу вот проверяешь своих товарищей, кто может тебе помочь, а кто нет в трудной ситуации. У нас команда из Могилевского государственного медицинского колледжа, называется «Надежда». Туристичний зльот традиційно ладиться у районі вёски Галинец Могилевського району на березі ракі Лахва. Притягнення молоді до активного відпочинку у першу чергу накеровано на популяризацію здорового ладу життя. А ще тут можна рознобаково проявити себе. Туристические слеты, они всегда очень долгожданны для актива нашей организации. Они проходят раз в год, поэтому все готовятся. Есть как творческие состязания, так и спортивные конкурсы. Поэтому на эти три дня мы вырвались сюда с огромным удовольствием. Некоторые команды были представлены одним предприемством. Были и такие, где несколько организаций объединялись у одну команду. По выниках у всех конкурсов и споборництва, у тем лику по организации життя у лагеры, первое место за командой Могилев Аблгаза, другим стал медицинский колледж, а третье место за коллективом аутоаматоров. Татьяна Сергейчик, Александр Артемьев, Новин регион.